определение, ориентир. Соответственно, ответственных за каждый сектор определили с подписью, с контактными данными, и подписана защита начальником отряда. Также подготовили график производства работ. Это не какие-то показные документы, это реальный полный работы. Здесь тут четвертая зона у нас ДНТ гидромеханизатор. Пирс, здесь что, камыш? Здесь камыш. Здесь камыш, это болото. То есть не сухо, а именно, собственно говоря, он будет идти по воде. То есть это плотная поросль, которая еще мы сейчас где находимся? Мы находимся в первой зоне. Да, совершенно верно. Большой объем, ну, объективно, приноровившись, да, настроек, в общем-то, пусканалов, у нас до сих пор фактически в обкатке находится. Мы, да, если это сделали в таком режиме ручном, так сказать, то это вполне посильные объемы, более того, мы это будем выполнять в рамках муниципального контракта. То есть это поддержка комбината. Вот это докусик. Закон. Здесь мы отработали с Росэнергом. То есть вот это, то, что мы ходим сюда на разрокашу, мы рисуем. Вот вы их осваиваете, чтобы вот эти вот нижние реально было спасено, во-первых, чтобы это было некой практикой, вы говорите, дальше. Второе, если вы говорите, здесь надо скосить полностью, я так понимаю, здесь просто просеки надо делать, да. Тогда будет внимание у вас. Отделали! Поближе туда!